День государственного флага в России отметили 22 августа. В Белгороде концерты прошли по всему городу, в том числе и в Парке Победы. На сцене выступили юные танцоры и уже состоявшиеся артисты Дома офицеров. Творческие коллективы радовали зрителей патриотическими песнями о России, популярными хитами. В воздухе витала атмосфера настоящего праздника. Расскажите, пожалуйста, как вам праздник? Да мы только подошли, все нравится. Это прилив от чувства патриотизма. Спасибо организаторам, которые нас радуют, которые устраивают для нас такие праздники. Это просто чудесно.